Свой замочек на древе семейного счастья теперь есть и у молодоженов Кормаковых. Сегодня, в День семьи, любви и верности, Ксения и Сергей связали свои жизни теперь уже в одну семейную. Я думаю, важно все в семейной жизни, потому что надо и ценить, и любить друг друга. Если чего-то не будет, то, наверное, не будет ничего. В Сергиевом Посаде возле памятника Петру и Февронии по случаю празднования Дня семьи, любви и верности торжественное мероприятие. Его организаторы, администрация города, Дворец культуры имени Юрия Гагарина, участвуют в благочине и местный ЗАГС. Семья дает не только детей, но еще и житейскую мудрость, понимание которой делает наше общество мудрым, честным, свободным. Чем больше счастливых, благополучной семьи, тем, наверное, сильнее государство, тем благополучнее, наверное, вся атмосфера, которая вокруг нас. Конечно, это очень важно, это ценно, это значимо. И поэтому, конечно, мы традиционно, ежегодно, вот спасибо благочинию Сергию Посадскому, нашему отделению ЗАГСа, проводим такие мероприятия. Слава Богу, у нас появилось такое памятное место, которое сегодня посещаемо молодоженами. Они приезжают сюда, вешают над это дерево свои ленточки, что-то еще, замочки. Да. Ну, наверное, конечно, это очень важно, это ценно. На фоне памятника благоверным Петру и Февронии с юбилеем совместной жизни поздравили семейную чету, прожившую в любви и верности 55 лет, чествовали счастливую многодетную пару, воспитывающую 5 детей. Поздравления от городской администрации удостоилась и родившаяся сегодня семья Кормаковых. Ирина Максимова, Михаил Кирсанов, программа «События».